лишь рассказ о любви. О любви между мужчиной и женщиной и еще о многом другом, что сопутствует этому извечному стремлению двух людей найти во всем огромном мире единственного предназначенного ему, Богом, человека. Немногим это дано, но мы не о них. Мы о счастливом случае, о таланте любви двух талантливых людей. Было ли трудным или легким их путь друг к другу, решайте сами. А мы назвали бы их любовь порой цветение розы и гранатового дерева. Началось все просто. 17 ноября 1926 года в семье Иваны Махарадзе и Варвары Векуа родился сын. Назвали его Константином. Много позднее Кота Махарадзе признавался, что всю его дальнейшую судьбу решила мать, когда она, нарушив семейные традиции, отдала маленького Коте в балетную школу, видимо, угадав в нем способности танцора. Мальчик оправдал ее надежды. В 11 лет он уже танцевал в балете «Щелкунчик» и с тех пор ни разу не изменял своей актерской жизни. В те времена по Тбилиси ходила уже превратившаяся в легенду красивая история одной любви. Уединившись на живописном холме посреди верийского квартала, называемого Пикрис-Гора, гора раздумий, молодые люди впервые поцеловались. Он обещал ей, что в память об этом дне построит для нее на этом месте прекрасный дом. Этими влюбленными были молодой актер, художник, скульптор и в будущем выдающийся режиссер Михаил Теурель и восходящая звезда грузинской сцены Верико Анджапаридзе. Михаил Теурели выполнил свое обещание и построил дом, который по сегодняшний день является центром встреч деятелей культуры, интеллигенции, выдающихся людей. В этом доме провела свою блистательную жизнь радушной хозяйкой прекраснейшая и талантливейшая Верико Анджапаридзе. Здесь в 1937 году появился на свет плод их любви, дочь Сопико. Никто не мог предсказать тогда, что уготовит судьба дочери великих родителей, но то, что ее жизнь будет яркой и насыщенной, было ясно с самого начала. Она росла в обществе замечательных и знаменитых людей, например, таких как Немирович Данченко и Качалов, которые в годы Второй мировой войны жили в Тбилиси, в их доме. Общение с интересными людьми во многом предопределило будущее Софико. Когда ты была маленькой, и здесь вот запирала, вот это была большая комната, у нас здесь открыто было, понимаете, это был огромнейший зал. Она запирала эти комнаты, была маленькая, одевала мои платья, которые, конечно, таскались по полу, и надевала шляпы, тогда были большие шляпы. У меня были очень хорошие шляпы. Она одевала эти шляпы, запиралась и думала, что она одна. Выделывала такие здесь штучки-брючки, прямо невероятные. Поэтому я думала, что она будет обязательно должна быть актрисой. И вот она выросла, начала писать бездарные сценарии. Пьесы. И потом их ставила, это был ужас какой-то. Она собирала этих девчонок кругом. Ставила, мы подглядывали, я думаю, боже, какая бездарь у меня растет. Это ужас. Для рожденных под знаком любви первая любовь, как Афродита, появляется из морской пучины. Это случилось тогда, когда 6-летняя Сопико вместе с матерью отдыхала на море. Внезапная смерть брата вынудила Верико вернуться в Тбилиси, оставив Сопико на попечение близкого друга, известного художника Солико Вирсаладзе. И я, 6-летняя девочка, влюбилась. А он в это время был влюблен и ухаживал дочка Леонидзе, Гогла Леонидзе, нашего великолепного поэта, прозаика. И я помню, я ему устраивала такие сцены ревности, что ему приходилось, когда он преподносил цветы
своей, значит, возлюбленной. Обязательно точно такие же цветы должны были стоять и у меня, значит, на тумбочке. А я уже 6-летняя девочка, очень хорошо плавала. Я помню, мы когда выходили на пляж, а он не плавал, он не умел. Когда выходили, я заплывала. А он красавец такой, высокий, худой, стоял на берегу и умолял меня: «Сашико, я вас умоляю, вернитесь, на выл со мной, с этой пигалицей разговаривать. Вернитесь, я хочу вас нарисовать». И только тогда я, значит, возвращалась великодушно на берег. И даже остался, к счастью, остался один его рисунок. А в это время Котэ Махарадзе поступает в Тбилисский театральный институт на актерский факультет, где он учится мастерству актера под руководством Тоду Алексидзе. Институт он закончил в 1948 году и сразу же получил приглашение в академический театр имени Шота Руставели. Актерская карьера Котэ Махарадзе начинается в окружении великих мастеров Акакия Хорава, Михаила Туманишвили, Акакия Васадзе и других. И вскоре молодой актер добивается выдающихся успехов. В то время Котэ был влюблен. Его избранница – восходящая звезда грузинского театра и кино Медея Чахава. Мои родители были… Папе было 23 года, когда я родилась. Стало быть, они были совсем юными, молодыми. И я могу вспомнить только хорошее. Потому что их любовь тоже была какой-то необычной. Ну, во всяком случае, они думали, что это навсегда тогда. Но случилось, все бывает в жизни. Но, тем не менее, наша жизнь тогда была очень хорошей. Я понимаю, что у всех детство особое, у каждого человека. Каждый человек особо вспоминает свое детство с большой нежностью и любовью. Но мне кажется, что наше детство было каким-то особым. Потому что мы росли в любящей семье, нас любили, они любили друг друга. Были одной профессии, мама моя актриса, Медея Чахава. Папа был начинающий, мама была начинающей, но они сразу, можно сказать, сразу же стали звездами. Профессиональная карьера двигалась вперед широкими шагами. Каждый сезон приносил несколько новых ролей. О нем заговорили, его узнавали, им восхищались. Во всем этом своеобразную роль играли его обаяние, огромная эрудиция и, пожалуй, слухи о его богемной жизни, которой он, как актер и истинный грузин, как бы увлекался. Котэ Махарадзе – подлинный феномен. Он был поистине театром одного актера. И на сцене, и во время репортажей, и в кругу друзей, или просто знакомых. Вокруг него всегда создавалась притягательная, интересная аура. У него никогда не было ординарных суждений. На нем всегда сосредотачивалось внимание присутствующих. Где бы он ни находился, человек искусства, грузин, богема, интеллектуал в причудливой совокупности многообразных проявлений. Личность очень непростая. Редко встретишь сочетание столь разного в одном человеке. При своей богемности он был масштабен и широко образован. Одно не мешало другому. Он был бесподобен и в обстановке богемы, и в театре, и в момент своих несравненных спортивных репортажей. Он всегда создавал атмосферу праздничности, значимости и торжественности. К этому времени Сопико Джиурели постепенно подрастала. Она сумела взять самое лучшее от своих родителей. Кроме природной красоты и одаренности,
Она обладала утонченным аристократизмом и изяществом. Вместе с двоюродным братом Георгием Данелия с детства общалась с Борисом Пастернаком, Георгием Леонидзе, Галактионом. Она не могла и не пыталась изменить свою судьбу. И в 1955 году отправилась в Москву сдавать экзамены в ВГИК на актерский факультет. Но в Москву она приехала не одна, а вместе с сыном таких же легенд грузинского кино Нато Вачнадзе и Николоза Шенгелая, Георгием Шенгелая, который поступал в тот же институт на режиссерский факультет. Решили, значит, мы с моим первым мужем, тогда он еще не был мужем, но вот мы решили поехать в Москву и сдать в ВГИК. Он сдавал на режиссерский, я на актерский. Ну, к счастью, мы оба попали. Попали, и как раз в это время, вот мы как раз на первом курсе, а Разочек Хейзен начинает снимать фильм «Наш двор». Я помню, он приехал, зашел к нам в аудиторию, ко мне в аудиторию, мы-то были на разных курсах. Ко мне, значит, так увидел, вызвали меня, он со мной поговорил, ну, хочешь сниматься в кино? Я говорю, конечно, хочу. А в это время у меня, значит, роман в разгаре с Георгием Шенгелая. И я так нагло, я-то еще не утверждена на роль, я так нагло, значит, заявляю Разочхейду, что... А потом, знаете, что есть один очень хороший парень, вот он больше подойдет на эту роль. Да то! Не так, да? Отдай! 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 Отдай мяч! Во-первых, пахали фильм из датской вас. Беседую с ней. Да? Говорю, что приступаю к съемкам нового фильма, который будет называться «Наш двор». Искоса поглядываю на нее, пытаясь уловить производимое впечатление. Замечаю, что в ее глазах вспыхнул живой интерес, что по ней пробежали и затаились чертики. И внезапно осознаю, что именно она могла бы стать героиней моего будущего фильма. Она так смотрела, так отзывалась на мои вопросы, что становилось ясно, никаких проб не потребуется. Она задала вопрос и со своей стороны. Кто будет играть персонаж по имени Дацо, то есть роль мальчика? Я сказал, что еще не знаю. И тогда она предложила мне кандидатуру. Я полюбопытствовал, что это за кандидатура. Она спросила, знаком ли мне сын Наты Вачнадзе и Николая Шенгелая, Георгий Шенгелая. Я тогда уже слышал о Георгии, и оказалось, что и он учится во ВГИКе, и я могу его там увидеть. Во время съемок фильма влюбленные поженились. Тем более, что им никто не мешал. Родители Сопико любили рано осиротевшего Георгия как сына. Вскоре Михаил Чаурели снимает фильм «Иные нынче времена». И Сопико с Георгием снова играют роли романтических влюбленных. А дома у них уже подрастают два сына. А потом Георгий Шенгелая уже сам снимает фильм, мюзикл «Мелодии Верийского квартала». И Сопико играет главную роль. В душе Сопико праздник. Она счастлива.
Ведь после возвращения из Москвы она начинает играть на сцене своего родного театра имени Мардианишвили. Здесь начиналась моя жизнь. Мне тогда было 6 лет. Я была маленькая. Я оттуда выглядывала. Тогда сцена для меня казалась, мне казалось, эта сцена какая-то огромная. Что-то страшное. Боже мой, как по этой сцене люди ходят. Как они говорят. А неужели это все слышно по отеле? Потом постепенно я росла. Сцена для меня становилась все меньше и меньше. Она сужалась. И в конце концов я уже вступила на эту сцену как актриса. Ее первая роль в спектакле — «Девочка с бантом». И здесь она впервые встречается с Котой Махарадзе. Но время настоящей встречи еще не наступило. Первая моя роль в театре — это была такой греческий драматург был Периалис. У него была пьеса «Девочка с ленточкой». И вот этот спектакль поставил Анзорку Тетелазе, я играла. Правда, получился великолепный спектакль. И, ну, удалась моя роль. Я была очень хорошей. Вот я помню, как, значит, Коте как раз вот был на спектакле, и был в восторге, пришел ко мне, я помню, я тогда девочка еще молодая совсем, и на колени бросился, и, значит, стал меня поздравлять и все такое. Ну, это я помню, потому что многие заходили, поздравляли и все. У меня не было, знаете, к нему никогда вот... что вот я могу в него влюбиться, там, это в начале, никогда этого не было. Но, как говорится, не говори «хоп», пока не перепрыгнешь. За первой ролью последовала вторая, затем еще и еще. Ее игру заметили, о ней заговорили. Ее естественность, искренность, пьющая из нее энергия покоряла зрителей, не оставляя никого равнодушным. Главным свойством Софико Чаурели было то, что она никогда не старалась привлечь внимание своей внешностью. Она никогда не красовалась, но была и остается подлинно красивой. Всегда. А тем более в молодости. Ее манила жизнь, то подлинное, что в ней есть. Она открыта жизни, решительна и отважна. Это особенно красит и возвышает ее. Сопико обладала тем чарующим нечто, чем судьба одаряет очень немногих актрис. Она стала музой больших режиссеров, среди них Сергея Параджанова, который после нашумевшего «Саэт Нова» поклялся не снимать фильм без участия Сопико. Сопико Чаурели за свою творческую жизнь исполнила роли многих и разных женщин, различных по характеру, профессии, судьбе. Но все они настоящие личности, непокорные, борющиеся за свое счастье, романтические и влюбленные с искрой надежды и веры в глазах. В театре Руставели имя Коте Махарадзе становится все более популярным. Сыгранные им роли изысканные и утонченные. Он уже стал кумиром зрителей и пользуется их большой любовью. В 1957 году Коте по рекомендации великого артиста и радиокомментатора Эроси Маниколадзе впервые входит в будку спортивного комментатора и не покидает ее до конца своих дней. Много позднее, оценивая свою жизнь, он скажет, что является слугой двух господ – театра и футбола. Вскоре
его семейной жизни с Медеей Чахава приходит конец. Они расстаются. Когда мама с папой расстались, мне казалось, и моему брату, и Тимуру тоже, что, во всяком случае, мне казалось, что рухнул мир. Рухнул. Что-то страшное было. Я даже не могла себе представить, как можно жить вне этого. Не могла себе представить. Несмотря на то, что я была уже замужем, как раз была беременна уже, сама ждала ребенка, но мне казалось, я, можно сказать, все 9 месяцев проплакала, потому что это для меня большая трагедия была. Ну что ж, ну случилось так. Случилось, уже когда вырастаешь и подрастаешь, понимаешь, что все бывает в жизни, но потом, после развода с мамой, папа женился, и у него родилась дочь, Бая, которая младше моей дочери на 2 года. Очень трудно было всегда им понять, кто они друг другу, кем приходится. Значит, тетя, младшие племянницы, в общем, они долго не могли понять, в чем дело. Ну, поняли, конечно, потом, в конце концов. Котай Махарадзе покидает театр Руставели и переходит в театр имени Мардженишвили. В 1971 году он уже играет несколько спектаклей. И вот наступает важный этап его жизни. Вериконджи Паридзе решает восстановить Уриэля Косту. Спектакль, поставленный великим Котай Мардженишвили. В те времена Верико играла роль Юдив. На этот раз эту роль она уступила в дочери Сопико. А на роль Уриэля пригласила Котэ Махарадзе. Так на сцене впервые встретились Сопико и Котэ. Верико, отлично помня все свои сцены с Уриэлем, несравненным Ушанги Чхеидзе, требовала от Сопико и Котэ проявления большой любви. Спектакль такой другой совсем, потому что мы жили один другим. Уриэль, мой партнер, жил мной, я жила им. И это ложилось на спектакль. Сейчас этого немножко нет. И поэтому вот последний акт, когда она умирает, и когда вдруг появляется Уриэль, да, у меня даже было такое, что у меня все время губы лежали на голове Уриэля. Я от него не отлипала. Поэтому моя смерть, она была совершенно неожиданной, не только для зрителя, не только для... Ну и для меня, понимаете, да? Потому что я не расставалась. Внезапно в жизнь Сопико проник луч света, по цвету схожий с алым плодом граната, цветом любви. Вот на нашем окне вдруг стали появляться гранаты. Я ничего не могла понять, откуда эти гранаты, что это такое. Я правда не могла понять. Тогда у меня сын уже был, где-то ему было 16, ну, я думаю, его поклонница, наверное. Так получилось, что кот первый поведал мне о своей любви к Сопико. Я часто общался с ними и был свидетелем их трогательных взаимоотношений. Однажды Коте где-то достал огромные гранаты, плоды гранат. Гранаты – это же символ любви. Коте попросил меня инкогнито преподносить их Сопико. И я с радостью взялся за эту миссию. Плоды гранатового дерева заполнили все пространство вокруг Сопико. Они были повсюду. На подоконниках, у порога дома, в автомобиле. Сопико случайно узнала, кто присылал ей плоды граната. А потом был ответ. Она полюбила.
тебя завоевала. Но чтобы я открыто, не таясь, тебя могла любить, необходимо нам заручиться помощью отца. Ведь я послушна Богу твоему, чей голос в пламени сердец мы слышим. Так будем же надеяться, мой милый, кто смел, тому весь мир принадлежит. Вдруг я увидела, что он совершенно другой человек. Я его представляла совершенно другим. И вдруг передо мной оказался, небо и земля. Другой человек. И как-то и пошло. А он, оказывается, уже давно в меня влюблён, я этого не знала. Я не собиралась. Знаете, рассуждать о том, почему ты влюбилась и как, и что, это такая глупость. Любовь посещает тебя внезапно. Вот что-то такое происходит, что-то переворачивается. И вдруг ты видишь, что это не ложка, а очки. Оказывается, это очки. И что это не черный, а белый цвет. Вот такое происходит, и такое произошло. Эту новость общество встретило неоднозначно. Оно заволновалось. Но вот тогда у Сопико и Коте начался роман. Он протекал очень болезненно. Очень болезненно, потому что Сопико была замужем. И это было очень болезненно. Большие были перипетии, неприятности, в общем, как бывает вообще в жизни. Но они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, буквально. Очень было сложно, очень сложно приняло общество это, неоднозначно. Но как только выяснилось, что это не просто флирт и не просто, так сказать, не просто любовные отношения, которые сегодня начались и завтра кончились, как-то, но им пришлось тяжелее всех. Агоста, неужели ты поверил, что та душа, которую ты создал, не выполнит свой долг перед любовью? Спасен отец, и выход я нашла. Другой удел я видела в мечтах и тешилась надеждами другими. Узнала я лишь краткий миг расцвета. Прощайте все. Отец, прощай. Прости меня за высшую любовь. А ты, любимый, единственный, возьми его венок. Однако вскоре любящий, уравновешенный характер Коте успокоил окружающих, и жизнь вошла в свое русло. Они поженились. Это была судьба. Наконец-то они встретились. Два человека, Богом предназначенные друг для друга. Как они любили! Их полная духовная гармония, их праздник любви распространился на всех близких и даже незнакомых им людей. Если спросить меня, то я не думаю, чтобы так можно было любить.
И что когда-нибудь кто-нибудь, будь то Ромео или будь то Отелло, любили бы так, как он любил меня. Он из меня сделал царицу. Он поднял меня на пьедестал и вот держал вот так вот. И сколько, 25 лет мы были мужем и женой, я не помню, чтобы он хоть вот на столечко убавил бы внимания или какой-то любви, или, ну, как это делается, ну, там, пока любишь, там, что такое, как-то поженится, уже совершенно все другое, да, всасывает быт, этого не было. Общая жизнь этой талантливой пары дала еще один театральный организм. В 1987 году Коте и Сопико создали театр одного актера, который обосновался в доме Михаила Чаурелли и Верикон Джапаридзе. Мевар миси маурави, амас тайморчиле цухвела. Коте Махарадзе свое детище назвал именем тещи – Верико. В театре Коте и Сопико ставили моноспектакли в собственном исполнении. Атмосфера в нем была пропитана взаимной любовью и теплотой пришедших сюда гостей и их хозяев. В гостеприимном доме Сопико и Коте всегда было многолюдно и интересно, особенно в присутствии друзей, список которых украшают имена Марчелло Мастрояни, Донатаса Баниониса, Аркадия Райкина, Шарля Азнавура, Фрунзика Мкртачиана, Эдуарда Шеварднадзе, Зураба Церетели, Тонино Гуэра, Ванессы Редгрейв, Питера Отула, его преосвященство и блаженнество, патриарха всея Грузии Илья II и многих-многих других. Он очень красиво ухаживал, знаете, очень красиво ухаживал. Он ухаживал не так, как вот, ну, ухаживать обычно, как это преподносят цветы там, ведут в ресторан, делают какие-то подношения. Нет, нет. Он всегда искал какую-то оригинальные какие-то вещи, что такое. На дни рождения мне, я не помню, чтобы он мне подарил, скажем, когда-нибудь там, или дуки, или там, ну, я не знаю, ну что, ну, материал, обувь там, или пальто, шубу, нет. Это тоже должно было быть очень оригинально все. Он дарил мне зверей. Началось все с маленьких цыплят. Значит, сколько мне было лет, столько цыплят появлялось. Значит, красивая коробка с пантиками я раскрывала, а тут эти цыплят. Юдив, о, Юдив, помнишь, как по саду разгуливали павлины? Одна из пав все еще жива. Я ее выходил, вырастил, назвал твоим именем Сопико. И вот сегодня привел на твое торжество. Я с ума сойду. Как неожиданно проявлялся Коте Махарадзе и в творчестве, и в жизни. Так же неожиданно заболел и, увы, неожиданно нас покинул. Перенес сложнейшую операцию. Оперировали его в Англии. Сопико, разумеется, сопровождала его и не отходила ни на минуту.
Утром его подготовили. По пути в операционную, среди медсестер, санитаров, врачей, он увидел Софико и, чтобы успокоить ее, подбодрить, сдвинул с себя покрывало, отшвырнул его ногой и громко обратился к ней. «Ну как, Софико, похож я на балеруна? Речь идет о жизни и смерти человека, а он подбадривает других». «Не мог я отворить дверей, восставших между мной и ей. Я поцеловал эти двери, я знал. Там упадают ниц, с колечком палец награждают. Послушай, так кольцуют птиц. Рабынь так рабством утруждают, но я забыл твое лицо. Твой профиль нежный, твой дикарский. Должно быть темень, как крыльцо ненастное, порой дикарское, ты должно быть на виду. Толпы безнравственные старые, проносишь белую хату, как будто траур безобразный, не хорони меня. Я жив, я счастлив, я любим судьбою, как запах приторен, как лжи всех роз твоих. Но Бог с тобой, не ведал я, что говорю, уже рукою обрученной и головою обреченной она склонилась к алтарю. Ну, так устроена жизнь. Что ж, я не могу пожаловаться. Нет. Я тоже счастливый человек. Я тоже счастлива. Я родилась в потрясающем месте, то, что называется Грузия. И самый красивый город в мире – это мой Тбилиси. Родилась в замечательной семье. Ведь родителей не выбираешь, а мои родители – как мне повезло. И, наконец, меня были влюблены, я была влюблена в двух замечательных парней. Это был Георгий, это был Готе. У меня дивные дети и потрясающие внуки. У меня замечательные друзья. Я богата ими. И, наконец, я актриса.